Сегодня в Барнауле почтили память погибших в Керчи. Церемония прошла на Мемориале Славы. В ней приняли участие несколько десятков студентов разных учебных заведений города. Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к плите с надписью «Священная земля Керчи». Подобных ей на мемориальном комплексе 13, и в каждой хранится земля из городов-героев. Но это очень страшно. Просто ты пришел на учебу, да, а потом вот произошло вот такое, от которого просто не ожидаешь. То есть эти дети могли спокойно учиться, жить дальше, а вот и просто из-за какого-то человека их просто жизнь оборвалась. Как-то выразить свое внимание, что это не осталось бесследно. Напомним, трагедия в городе Керчь Крымской области произошла накануне. В политехническом колледже прогремел взрыв, а затем началась стрельба. 53 человека пострадали, 19 погибли, среди них студенты и сотрудники учреждения. По сообщениям Следственного комитета России, виновник случившегося – 18-летний парень, который покончил жизнь самоубийством.